Всем привет, с вами Тех Рашин. Сегодня мы играем в прятки на этот, только на этот раз мы атакуем. Со мной в команде Макс и Виталий. Ребят, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Вот, сейчас мы летим бомбить, точнее я лечу. Виталий летит вроде как на Апаче, и Макс, по-моему, вроде с ним. Сейчас, разворот. Нужно сделать слегка мне потише. Cannot fire. Так, я прилетел. Куда? Куда ты прилетел? Здорово, Сим. Чё ты пиздишь, не? Да я уже здесь катаюсь. А этот где, Макс? Я тут вспомню. Зачем? А ты умер? Нет. Что, нихера не понимаю. Короче, ребят, Виталь, самое главное, не падай. И сначала лучше не стреляй, пока что не увидишь там чего-нибудь. Вот гам. Виталий, на радаре тебя уже вижу. Я сначала пролетаю, просто смотрю. Где это сраный город? Оп, вот это я босс. Вот это я босс сделал. Так, вижу что-то там горящее. Что летаем, летаем и летаем. Так, 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 так. Они случайно стингеры не брали? А ты у меня спрашиваешь? Может, ты видел? Так, в принципе, если вертолет у них там, да хрен, они могут везде быть. Чтобы, конечно, дам кое-какой маленький залп по домику. Короче, я иду на посадку и беру вертолет. А? Иду на посадку и беру вертолет. А ты на чем был? На самолете? Да. Так, нет. Так, вот это сейчас хорошо попал. Там их тоже не оказалось. Так, только Виталь, ты самолет не разбей, ты на посадку, да? Интересно, на полосу не вижу. А, нет. Так, сейчас тут их тоже нет. Макс, ты здесь? Да. Так. Ты на аэродроме? Нет. Я уже лечу. А, на чем? Cannot fire. Вот. Я еще помеждел аудио, чтобы вообще это не глушить. Сейчас, да, значит. Причем они нигде на карте не отобразились. Не отобразились. Почему мы у них отображаемся? Так вот, так вот, мне интересно. Они у нас нет. Я, наверное, возьму Apache. Запалил царапика. Ребят. Им пиздец, я их запалил. Я люблю свой самолет за свой радар.
давай, давай. Бро, убей. Блин, почему гидр не осталось? Все спокойно, ребята. Сейчас. Андрей все сделал. Если там все втроем, мы это победим. Слышали, сколько раз они говорили, что мы их не найдем? Пока! Сука, не попал. Ребят, вроде могут выбежать. Виталь, нужно срочно это, поддержка с Апачи. Я лечу. Разбился? Это Макс. О, промахнулся! Ребята, они выбегают. Еще один из них уже выбежал. Андрей, объясни, чё к чему я распавнился на море? Бывает, респавн. Всё, ребята, не перебегаю. Я лечу. Витай, слева от города. Опять тут заспал? По мне стреляют. Идиоты пытаются сбить тактический бомбардировщик. Это они меня могут сбить? Да, но у них есть стингеры. Это вот другого. Так, я никого... Они точно там? Да, вот. Я вот там, где я по ним стрелял. По мне фигач, смотри. Были бы гидры. Кого-то их нужно полил. Подожди, подожди. Понял, я посмотрю и как. А, понял. Мне только пулемет странно остался. Вот куда я стреляю, Виталий, они вот тут. Все, минус один. Все, Виталий, прям дай залп туда. Куда стрелял? А Саня, кстати, не возрождается на том месте? Какая разница? Самое главное, что... Всё, Саня минус. Блять, как? Тебя сбили? Нет, так погоди, я на высоте летел. Тебя сбили? Нет. Да по-любому там куда-нибудь постреляли. Блин, интересно так. Ни ракеты, ничего не было. Если что, у тебя есть еще время. Я плыву к берегу и пытаюсь добежать до этого. Ну-ка, если возрождение. На-на! Не получилось их добить. Ладно, Виталь, там есть еще для меня боевой один? Угу. Какой? Я специально, мне патронов не было. Блин.
блять. Андрей, а можно я с тобой? Да, не, мне нужно, чтобы я один летел убить. Попробуй полететь на другом, чем меч. Быстрее, быстрее, быстрее. Old bike, the driver. What? Все, погнал. И сел? Да. Я не понял, почему полетел вроде. Тихо. Ну ладно, что все, встань. Ты куда бежишь? К этой черной акуле. Я к ней еду. Давай, ты будешь у меня ганнером. Чё, к чему Саня взял вертолет, походу боевой? Твой, почему? Ну, только что я его сейчас только что видел. А, нет, это ты. Или это кто? Все, я запутался. Оп-оп. Нет, это Саня был. Реально они там прятались. Хотя... Где? А, нет, там должны. Или не должны, я потом проверю. Не, ну блин. Так хорошо, пулемет на кого-то там выйдет. Ну были бы все эти, зачем потратил гидры? Миссилс. Так, бегом. Ну давай, машина, ну быстрей. Так далеко они не должны были выйти. Виталий, если что-то пулемета можешь двигать? Да, немного, только в свою сторону. Ты нажми правую кнопку мыши, правую кнопку мыши там нажми. Чтобы вообще там. Видишь, ты можешь двигать. Ну, короче, по правой стороне. Так. Я вас не... Вы нас не найдете. Пе-пе-пе. Мы, сука, так, всех да. Ты можешь просто зависнуть, а я их попробую. Нет, найти. Они нас сразу собьют. Гидры есть у нас? Есть. Переключайся. Сколько штук? Когда? 40 штук. Но это не гидра, это похоже. Срать. 8. Я не знаю, что происходит, но. Далеко они не должны были уйти. Так, просматривай там все. Того ничего. А в лесу пулеметом там посмотри просто. Они где-то лесу. Да, вот это же я смотрю. Это я так, да? Это не надо. Патрон не тратит. Target that house at 2-5. Сейчас, короче, развернусь. Ein, zwei, развернись. Пулемет приготовь. Давай, высматривай. В лесу там. Понял. Стройка, видишь кран? Давай на гидры. Огонь. Понял. Давай по крану, по крану. Огонь. Ну. Тихо, на разворота! Кран! Ты видел, кран упал просто на бок! Виталий, хорош вообще! Так, это Макс. Макс, ты на парашюте? Да. Так, стройку. Проверяй. Огонь по стройке, там по-любому кто-то. Еще.
хотя слегка что-то повредить. Ну, строгу мы снесли просто под снос. Что это? Остался один. Все, ребят, кто умер на базе, ждите. Смотри, строек там выживших нет. Вроде нет. Давай проверим. Подожди, а какая же? Не под прицелом. Да, вот посмотри под прицелом. Какая стройка? Лугачом. Где он? Смотри, это. Прицел не дотягивает. Так, вот так. Так, смотрю, смотрю. Нет, смотрю. Влево сильно ушел. Так, а если вот так? Ну, Фовик, короче, так будет, да? Так, это... Да нет, вроде. Точно так. Лес проверь. Смотрю. Кого? Точно, вот здесь. Стоп. Это я. Или мой самолет. Стоп. Рассматриваем. Тут еще один остался? Да, 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 точно один остался. Да. Я сейчас подбегу куда-то. Слушай, лучше назад куда-то, или там возле моря. Ты понимаешь, этот он нуб, он новенький, он со всеми должен, значит. Виталий, сколько гидр осталось? 10 штук и еще как? По одной ракете 9 штук. А, Виталий, а, про... вот тут посмотри стройку, никого или рядом со стройкой? Понимаешь, я не достаю, слишком высоко достал. Хорошо, если вот так. Не, это дохлый вариант, может ты просто назад уйдешь. Хорошо. Выше можно, что-то надо. Окей, Макс, ты тоже там ищи. Так, смотрю. Есть. Так я вот смотрю, куда вы носом уперлись самолетом. О, вертолёта. Да я и бегу. Так, Виталий, ничего, вообще стройка глухая, да? Походу, да. Потому что очень странно. Дима-то убили, этого убили, а этот-то где остался? Стой, просмотри-ка лес. Я помню, я запалил его в лесу. Лес там, каждый кустик. Не, никого. Ну или может не вижу из-за того, что деревья. Стой. Макс, ты на парашютике там вертишься? А, это просто парашют. А посмотри, видишь, черный дом под снос? Не достаю. А вот так, лево или что? Как ты? Не, понимаешь, камера вниз. А, понял, сейчас. Я смотрю только. Вот давай я повыше. Ты повыше, только назад, чтобы вид был. Вот так? Видишь дом под снос? Такой черный, в котором мы жили. Ну, только он... Тут их много таких, но сам факт. Нет, не вижу. Ты хрень делаешь или что? Вот ты смотри, от третьего лица делаешь, смотри, куда я смотрю. И вот он, сразу первый. Ну, вот. Ой, нет. Стой. Ну-ка я радар. Стоп. Это ты ставишь? Да. Стой. Стой. Да-да-ка, пониже. Пролетим. Я ж так тыкаю, чтобы он вдруг запалит. Амбар видишь? Ну ща, брат. Оп. А чё, а чё? Вот видишь амбар там? Ну? А, постреляй по нему. Погоди, сейчас туда полю. Ой, как она полетела.
Вот где он остался, блядь? Сука, он нас лавкой обозвал, пидор. Ненавижу, блядь, шоколадку, когда говорят лавка, блядь. Мне это бесит. Это вот этот... Sugar. Sugar, где этот Sugar? Виталь, смотри, пулеметом просто по стройке. Просто, ну так, разнобой, вдруг убьешь. Достаю. Выше. Макс, ты тоже ищи его? Ниже. А, ниже? Пулеметом говоришь? Да, пройдись так. Просто назад, чтобы он не достал. Так? Где-то здесь, и ниже. Поверни еще на тройку там. Так или как? Может так. Да, пройдись так. А по каком именно здании? Вот где разрушенная стройка. Это? Ну я не вижу, куда стреляешь, просто которому разнесли, где экран упал. Это ты что сделал? А, что мы разнесли? Да. Я не достану. Хорошо, тогда вот сюда, видишь, деревня, по деревне постреляй. Нет, не ракетами, а пулеметом. А я не достану, я только по цель. По цель. Хорошо. Стоп. Я пониже опущусь. Давай. Вот так. Сейчас, пушку перейду. Поверни немного корпус влево. Макс, ты знаешь, куда мы стреляем? Вот туда беги, там поищи. Макс. Я не вижу вообще вас. Короче. Блин, с стороны помнишь, с которой мы бежали? С противоположной стороны от этой. Стой. Это я. Target that out at 1-8. Да, здесь что-то. Короче, Виталь, просто летаем ищем. Я не знаю, где он сыгрался. Далее, может мне тебя высадить, ты его поищешь? Давай. Только аккуратно. Прыгать? Не. Виталий, можешь мне пулемет в обычное положение перевести? Классическое. Короче, вверх-влево, короче, вот так. Кто это прилетел? Оп. Автохувер. Он. Короче, беги в лес там ищи. Дай. Все, давай. Блин! Че? А я пушку не взял. М стандартная. Ну ладно. Так, иду в первое здание. Давай я пока лес. Я сейчас начну стрелять, сразу это пойму. Блин, было бы у нас 128 ракет, я бы по всему лесу прошелся. Так, здесь вроде пусто. Эй, пойду нормально. Не, пусто. Окей. Куда я стреляю? Там мне вообще красный. Так, сейчас я в лес пойду, да? Да. Ракеты я не трачу. Стоп! В лесу кто-то.
Есть! Есть. Срать, ты его убил. Нормально, нормально. Ребят, вот я дам залп, еще такой. Вот, вот я его еще раз убил. Не, Виталий, молодец, хороший. Вот я его еще раз убил. Вот. Всем спасибо, ребят. С мной сегодня играл Макс, Виталик. Сегодня хорошая командная работа. Мы опять победили. Вот, хороший день выдался. Вот, всем пока и до новых встреч.